Александр Гиндин и Ульяновский симфонический оркестр «Губернаторский» закрыли международный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена». На последнем в этом сезоне концерте прозвучали вторая симфония и третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова в честь 150-летия со дня рождения великого композитора. Весь мир, вот весь мир, в каждом городе, в каждой филармонии, в России, не только в России, во всем мире, все играют музыку Рахманинова, все, в общем, как-то чувствует какое-то подключение. Ты чувствуешь себя вот как вот часть Вселенной, да, вот как часть космоса, как вот целого, да. Фортепианным концертом завершился 61-й международный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена». Мы благодарны нашей публике, которая в очередной раз показала свою любовь к фестивалю и к нашему оркестру. Спасибо вам огромное за полный зал.